Всем здорово, народ! Пришла вот такая вот видеокарточка. Наконец-то. Очень быстро, кстати, пришла. Гигабайт. От фирмы Гигабайт 750 Ti. Двухгигабайтная версия. Давайте ее вскроем. Распаковочку такую небольшую снимем. Посмотрим, как, что у нее. Как она у нас запакована. Так. Запаковали хорошо. Открываем. Хоп. Тут еще у нас пленочка. Коробку в сторону. Еще замотали прям хорошо. Просил продавца хорошо замотать. Хорошо замотали. Молодцы. Пупырки сколько вообще, обалдеть. Нормально, вот она. Продавец написал, бывшая в использовании. Прям новая, как новая, блин. Тут вот чуть-чуть пыльновато. Грязновато, блин. Не удосужились немножко почистить. Что-то со следами ремонта. Вот, флюс даже не смыли. Хорошо. Так выглядит неплохо. Грязь везде. Надо теперь тестировать. Вот такая вот видеокарточка. Ну, блин, мне не нравится, что она вот грязная. Реально грязная, ребят. Просто грязная. Что еще можно сказать? Не удосужились даже вот здесь вот нормально потереть. Что хорошо, пломбы. Пломбы целые. Вот это мне хорошо нравится. Но толку от этого мало. Вижу следы пайки. Вот здесь вот. Вот. Флюс не смытый. Немножко. Вот здесь вот. Окислившийся вот этот пятак медный. Ну, блин. Посмотрим. Что за видеокарта. Сейчас поставлю. Будет тестировать. Будем тестировать. Вот видно тут пылище, вот грязище. Вот она. Прям видно грязь. Китайская какая-то. Еще у нас снизу посмотрим. К чипу нормально прилегает. Кстати, вот эта теплотрубка такая. Обалденная штука эта. Даже, смотрите, ребят, к чипам памяти и то прилегает охлаждение. У меня даже на моей 1050-й к чипам памяти охлаждение не пролегает. А тут даже пролегает, видите? Ну сейчас поставим в компьютер. Установлю официальных драйвера с официального сайта. И посмотрим с вами ее, потестируем, ребята. Как она себя поведет, что за видеокарточка. Сейчас все это увидим. Ну все, установил нашу замечательную видеокарточку. Встали драйвера с официального сайта NVIDIA. Вот у нас KPUZ показывает NVIDIA GeForce GTX 750 Ti. Фирма Gigabyte. 28 нанометров. GM107 чип. Количество памяти 2 гигабайта. Вот все показывается. Даже маркировка чипов показывается. Вот QNX. Шина у нас 28 бит. Сейчас мы протестируем и фулмарком, какие максимальные температуры будут. Вот так вот у нас, дорогие друзья. Пришлось заснять фулмарк тест на камеру. Что-то проблемы с записью фулмарка.
Ну вот почти после 10 минут теста видеокарта, вон, смотрите, поднялась не больше 45 градусов и стабильно вот по шкале. Как бы тестирую на Full HD разрешении на 4-кратном сглаживании. Вот. Температуры, частоты, загруженность. Вентилятор 60% максимум загнался на видеокарте. Как бы вот так вот, ребята. Это о чем говорит, что термопасту менять на видеокарте даже не надо вообще. Я думал, обычно приходят какие-нибудь сухие термопасты, там температура зашкалит. Но в этом случае вообще все отлично. Сами видите. Вот тест гоняю. Сами все видите. Ну какие из этого стоит подвести итоги, ребята? У этого продавца заказывать можно, доверять можно. Мне эта видеокарта понравилась, несмотря на то, что она грязная там. Ну это мелкие косячки. Даже не знаю, спор открывать, не открывать, даже не особо хочу, честно сказать. Видеокарта за свои деньги показалась в лучшей стороны. Немножко игр, конечно, погонял. Но смысл вам показывать тестирование игр, когда вы это уже давно... Все знают, что, на что она способна. Этого смысла нету. В интернете полно уже такой информации о 1050-х, ой, о 750-х видеокартах. Так что смысла не вижу показывать тестирование. Ну, на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.